Политсоветы Крымского и Севастопольского отделений партии «Единая Россия» в среду провели совместную встречу. Поводом для нее стала инициатива главы Крыма Сергея Аксенова подписать межпарламентское и межправительственное соглашение о сотрудничестве двух субъектов федерации. Сегодня такой исторический день, когда мы обсуждаем инициативу подписания межпарламентского соглашения. Субъекты братские, которые прошли вместе исторический путь во время Крымской весны. Мы с вами вот совместно защищали наши завоевания, нашу культуру, традиции, нашу веру. Вот они всегда должны быть рядом, друзья, неразрывно связаны между собой, единой духовной нитью. Ничего другого нам обеспечить успех не сможет, только наше единство. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в Москве в Центре защиты граждан, созданном его партией, провел большой телемост. На связь с ним вышли представители более 70 регионов. Обсуждали самые насущные проблемы – ЖКХ, здравоохранение. Через вот Центр защиты прав граждан мы помогали, помогаем и будем помогать нашим людям. И мы не только им помогаем. Знаете, как обычно говорят, можно нуждающим дать рыбу, а можно дать удочку. Вот Центр защиты прав граждан, если образно, мы даем и рыбу, абсолютно конкретную реальную помощь, и удочку. Мы людей учим знать свои права, защищать свои права, управлять собственностью многоквартирного дома. И мы людей просвещаем. Жителями Саратова встретилась кандидат в депутаты от партии «Яблоко» Галина Ширшина. Она рассказала о своем опыте работы и о том, какие цели ставит перед собой партия, идя на выборы. Будет большая. Это все отобьется в тарифе. Партия «Яблоко» еще и разработала более 100 проектов, законопроектов, с которыми она придет в Государственную Думу в случае преодоления 5% барьера на выборах 18 сентября. И это значит, что не нужно будет тратить время на то, какие необходимы законопроекты для того, чтобы заставить дышать хотя бы экономику в Российской Федерации. Мы понимаем, что сегодня экономика в глубочайшем кризисе, и ощущают это на себе все и предприниматели, и бюджетники, и пенсионеры. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому эти 140 законопроектов будут сразу же обсуждаться в Государственной Думе и предлагаться к голосованию для того, чтобы ситуацию изменить.